Девчонки, всем привет из солнечной Испании. Но, как видите, Испания уже как-то не очень солнечная. Уже вторая половина дня, ближе к вечеру. И поэтому солнце ушло за тучки. С утра было такое прекрасное солнце. Но мы с вами сейчас будем говорить о парфюмерии. Ну что, девчонки, видите мои волосы, да? Я в процессе осветления. Это не конечный результат. Как я их осветляю и что с ними делаю, расскажу вам чуть попозже, потому что тут не все так просто с красками. С наличием красок я еще не знаю, эти краски и все остальное. С салонами, про салоны, про мастеров я поговорю отдельно, я уже с ними связывалась. В общем, все в другом видео. Сегодня я хочу показать парфюмерию. Я с собой из России привезла потрясающие ароматы. Кстати, да, у нас сейчас будет про парфюмерию. Вы меня спрашивали в комментариях про банки, да, какие я привезла, что я купила. Так что мы здесь тоже посмотрим. Значит, и про парфюмерию вернемся. Значит, перед отъездом я получила посылку. Я просто хочу открыть аромат, поэтому я вам снимаю это видео. Получила посылку с рандеву. Так как у них продолжается осенняя большая распродажа, скидки до 50%, на аромабоксы, по-моему, 30%, я честно не помню, я вот аромабокс последний раз не заказывала, заказывала много-много ароматов себе, и не успела просто вам снять, но не удержалась, я взяла их все с собой. Вот, поэтому вам буду потихонечку показывать, потихоньку открывать. Ароматы те, которые я заказывала на такую осень. Ну и, кстати, есть у меня ароматик и такой, как бы, довольно-таки легкий. Так что все потихонечку буду вам показывать. Вот сегодня я просто захотела открыть один флакон, и поэтому, думаю, открою вместе с вами. Так вот, девчонки, распродажи продолжаются. Еще у меня дополнительная скидка, она имеет неограниченное количество заказов, плюс 10%, ссылка в описании, 10 и Алина, можете воспользоваться, и любой аромат будет еще, помимо всей общей распродажи, я извиняюсь, что ветер, у меня камера немножко трясется, будет на 10% еще дешевле, можете пользоваться, как и я. Так вот, давайте я начну с первого аромата, который я хочу открыть сейчас с вами. Так, это мой любимчик, я давно его, знаете, вот есть ароматы, которые спонтанные покупки, а есть, которые ты прям долго думаешь, надо, не надо. Это Mon Guerlain Intense. Вот это аромат, который я вынашивала больше года. Mon Guerlain Intense у меня, значит, версия этой парфюмерной воды, что буду открывать и буду болтать. Почему я его захотела? Захотелось теплоты, уютности в холодной России, в холодном Питере. Осень такая уже промозглая, и у меня уже был этот аромат. Так, сейчас я буду шуршать его и убирать. Так, распаковываю при вас. Вот это красотища. Был у меня уже Mon Guerlain в парфюмерной воде. Я его тратила и так и не дотратила, потому что просто я его... Я помню, что он для меня показался легкий все-таки. Я не очень сильно его поняла, скажем так. И поэтому, значит, девчонки, вот такая красотища. Вот такой прекрасный ароматик. У меня 30 мл. Я сейчас обратила внимание, Mon Guerlain Intense, так как пользуется спросом на рандеву. Да, у нас косметика парфюмерия сайт. Очень хорошие цены. Intense ввиду погоды пользуется спросом. И сейчас 30 мл на него нет. Но он мне обошелся, так, с моим промокодом, я сейчас вам скажу, сколько, чуть-чуть меньше 6 тысяч, 5900. Мне обошелся вот 30 мл. Ловите, если увидите, если не увидите, вот мы сейчас можно, Mon Guerlain Intense, вот я прямо сейчас смотрела, можно приобрести 8480 за 50 мл минус 10% моего промокода. Или 100 мл, если вы любите большие флаконы, да, ой, я не записала цену. Если Mon Guerlain в парфюмерной воде, он за 30 мл сейчас в наличии еще есть, 6586 рублей, есть еще Mon Guerlain, не знаю, есть он в туалетной воде, девчонки, или нет, вот я не помню, по-моему, он есть в туалетной воде, да, и он тоже есть на рандеву. А еще на рандеву есть Bloom Rose. Вот я знаю, что вот этот фланкер, очень много фланкеров у Mon Guerlain Intense. Анджелина Джоли рекламирует. Я сразу купила, как только он появился в продажах. И я хотела... Ой, давайте нанесу его сначала, пусть он подышит. Ах, моя сказка. Такой пряный аромат, восточно-сладкий, немножко какой-то
цветочный, но он восточный. Он прям вот, вот такой зимний, теплый, укутывающий. Но в обычной версии парфюмерной воды мне не хватало немножко насыщенности. И я, когда вот появилась версия Intense, я долго думала, надо мне, не надо, надо, не надо, надо, не надо. Туалетка для меня легковата. Значит, остановилась я на серии, помню, Floral. Вообще неудачная серия. То есть просто какая-то... Ну, какая-то химия была, вот честно, ощущение, что ты берешь какую-то вот что-то химическое, но никак не парфюмер. Я как-то очень сильно расстроилась. И еще есть Bloom Rose, есть Sparking какой-то там, да, Sparking букет. Я, честно, вот не тестировала эти ароматы вообще, поэтому я просто их, естественно, не заказала на рандеву. Я говорю, а с собой я привезла свою коробку, ну, не коробку, я поэтому показываю вам не в коробке, потому что в чемодан, коробку я, у меня бы не поместилась. Поэтому я просто взяла и флакончики вот так вот запаковала в багаж. Именно, похоже, из-за этого мы брали багажное место, потому что я боялась в ручной клади перевозить парфюмерию, а очень хотела здесь открыть, попробовать, но я реально в России просто не успела вам снять видео, показать вот это все. Поэтому потихонечку будем распаковывать по мере поступления ароматов, как я их там хочу, да, распаковать. Так что, так, еще. В каждую посылку рандеву кладут всегда два подарка. Я вам сейчас покажу один аромат. Аромат это гинза у меня. Ну, к сожалению, мне положили гинзу Шисейдо. А я ее пробовала, и у меня была она в аромабоксах. Аромабокс, кстати, очень неплохие подарки. Я вот думаю, к Новому году надо что-то такое приобрести из парфюмерии. И пока еще недорого, пока распродажа продолжается. Девчонки, кстати, Новый год не за горами. Знаете, раз-раз, и уже ты не знаешь, когда Новый год настанет, да? И, в общем-то... Вот, и вот у меня вот эта гинзочка, короче, она у меня уже, она пластиком каким-то отдает, хотя это Шисейдо, но мне немножко дает Монгерлен Инсоленс, вот что-то вот в таком направлении каком-то, прям вот очень похоже. Я не знаю, почему у меня такие ассоциации. Не мой аромат, так что кому-нибудь пробничек подарю, а Монгерлен Инсоленс, это мое счастье, моя красота. Пряник, вот мне напоминает пряник с цветами, вот такой вот. Да, и именно такой насыщенный в интенсе, он вообще такой волшебный ароматик. Я вам зачитаю пирамидку, конечно же, да, но я в шоке от этой пирамиды. Типа он сначала стартует цитрусами, мандарины, и, по-моему, там есть бергамот, что-то такое, честно, он мне не стартует цитрусом, мне сразу стартует какими-то пряностями, специями какими-то, это типа корицы какой-то, чего-то такого. Так, но здесь ее нет вообще, тут есть лаванда, роза, жасмин, ирис. Честно, когда я почитала пирамиду, я обалдела. Так, лакрица есть, белый мускус, да, мускус есть здесь, он да, и придает вот этот вот стойкость, шаром вот этот аромат, и здесь написан белый мускус. Ну, именно вот да, возможно, белый мускус, потому что я особо не слышу мускуса, нет такой грубости. Любые ароматы, в которые добавлены мускус, они обычно такие прям, ну вот, очень приятные мансеровские. И вот здесь, наверное, то же самое. Может, меня поэтому тянет к этому герленовскому аромату. Я не знаю. Знаете, бывает же, что-то нас вот подтягивает на подсознание, но мы не понимаем. Так, а пачули, сандал, бензоин. Бензоин точно есть. Это сладкая такая, цветочек такой сладкий. Поэтому, да, точно есть. И точно вот что-то такое пряное, восточное. Я не могу сказать цветочное. Да, цветочное, восточное, восточное, цветочное. Но какое-то пряное. В общем, люблю этот аромат. И... Ну, ты гуражала год, наверное, а то и больше. Думаю, нужен мне, не нужен, так как вот обычная версия все-таки была проста. Вот, знаете, такой простой компотик. Но версия Intense хочу, не могу. Хочу, не могу. И вот сейчас у нас на улице ветер, да, хотя тепло, но ветер. Видите, у меня даже камера трясется, хотя она на штативе, да. Вот ветер не сильный, но я не знаю, почему-то вот, видимо, как в трубу сюда задувает. Видите, у меня немножко волосы развиваются совсем, а камера потряхивает. Вот, ну, в общем, я им подушусь от души. Я очень хотела им подушиться. Но сейчас вечерами, когда солнце уходит, становится вот так вот прохладненько. Я думаю, я хочу такой сладкий аромат. Я хочу им душиться, поэтому я думаю, я хочу открыть его при вас. А, значит, заказала 30-ку, хотела долго 30-ку, ждала, когда появится, потому что, ну, 30-ка для меня это все, да. Я вот сняла крышку, хотя крышка очень красивая, положила в сумочку и все. Вот у нас здесь знакомые, у нее только большие флаконы. Вот она, кстати, недавно приобрела Си себе, потому что я вот, нас встречались с аэропорта, я слушаю, чувствую запах вообще обалденный. Я говорю, чем ты подушилась? Она говорит, Си, классическая версия. Показала мне флакон, у нее вот эта вот большая бутылка. Слушайте, потрясающе. Я, честно, тоже не думала, что так обалденно звучит.
Думаю, ну прекрасно, шикарно. Так, какие еще ароматы я себе заказала и привезла, я вам пока рассказывать не буду. Ладно, это будет таким. Смотрите мои ролики, и периодически я буду показывать новые ароматы, а потом мы с вами посмотрим всю коллекцию и все, что я тут напривозила. Я еще кое-что с собой из старых флакончиков взяла. Ну, в основном я брала с собой атомы, потому что я привезла целую коллекцию, получается, себе тут флаконов. И куда мне столько? Значит, я тут вот до этого пользовалась Crystal Love for Hue, честно, Atar Collection, да, вот этот вот атомайзер. Пшикал он у меня вот в сумочке, лежит в моем рюкзачке. И, ну, вечером красиво, но днем, честно, мне ощущение, что мне люди шарахались, поэтому думаю, хорошо, что я взяла с собой, девчонки, еще покажу. Шанель Шас Отендер, да, вот этот вот любимчик мой. Такая легкая водичка, кстати, тоже могу вам ссылочку оставить на рандеву. У меня, по-моему, 50 миллилитров, да, 50 миллилитров. Легкий такой, цветочный, но я его люблю на море. Не знаю почему, вот он мне как-то легко заходит, вот он подушился, он, ты его толком не слышишь, у меня туалетная вода, есть парфюмерные воды, да, ну я как-то в туалетке люблю легкие ароматы, да, в туалеточке, вот, и как-то вот он такой вот, ну, честно, мне его было жалко тратить в Питере утром, да, у меня утренних ароматов полно, таких вот, помылся и для себя нанес, а вот где-то на море почему-то он всегда в жаркую погоду очень хорошо звучит, когда солнышко, когда тепло, и, девчонки, если куда-то там кто-то в отпуск собирается, да, вот это вот про него, он такой красивенький, легкий, ненавязчивый, он людей не раздражает, вот, так как все-таки вот все вот эти мускусные тяжелые мансеры, тяжелые атары, да, ну не для этой погоды, ну блин, ну не для этой, это может быть в арабских странах, где-то в Арабских Эмиратах, вот туда, а так нет. Да, как бы, и вот этот вот тоже, он не для этого места, не для этого, здесь европейцы, они так не душатся, вот честно скажу, европейцы так не душатся, это такое прям позабористе для арабских стран, вот, европейцы вообще, кстати, очень много слышу о парфюмерии от европейских мужчин, женщин, все цветочное, все легкое, акватическое с мужчин, очень много парфюмерии, много слышно, не буду говорить, что мало, нет, много, причем конкретно. Чем душатся сами испанцы? Вот то же самое, все цветочное, насыщенное женщинам, всем цветочным. Любят такое прям цветы-цветы такие, знаете, даже ближе к молодежному. А мужчина вся акватика, вот вся акватика, вот что-то свежее, легкое, акватика, дубовый мох и все в таком духе. Вот, вот очень много, прям на каждом углу так раз пахнуло, тут пахнуло, там пахнуло. Поэтому я очень как-то, например, в России я как-то мало от кого слушаю ароматы. Я думаю, боже мой, почему у меня эта камера трясется? Поняла, почему она трясется, потому что она у меня стоит на штативе, и нужно где-то ее подпереть, либо просто на стенку поставить, поэтому извиняюсь, но вот как бы придумаю что-нибудь. Просто я уже на столе разложила все, поэтому я это, так, ну, буду вам показывать дальше. Дальше продолжаю про Герлен. Герлен, он хорош на вечер. Он здесь вот прям вот вообще супер. Также Герлен хорош в холодной погоде, именно в офис зимой, да, на улице, он согревает, он укутывающий, такой убаюкивающий аромат, потрясающий. Всю пирамиду, которую я прочитала, но мне вот не пахнет. Я говорю, я почему-то, у меня какие-то ассоциации с пряником, вареньем, ну, таким приятным вареньем, даже не вареньем, компотом. Каким-то теплым, яблочно каким-то там, вот, смородиновым компотом, глинтвейном, вот таким вот, знаете, да, не компотом, глинтвейн, правда, с корицей. Все, что вот такое вино или, знаете, в Икее, раньше у нас была Икея, да, продавались вот эти глинтвейны холодные, если ты их разогреешь, вот они как раз, ну да, точно. Вот сейчас только поняла, что это аромат про глинтвейн. Вот, и поэтому такой пряный, вкусный, обалденный, шикарный. Девчонки, однозначно рекомендую, у кого есть, напишите, у кого нет и хотели бы, пишите, какую версию хотели. Их очень много, фланкеров, и какая версия фланкера вам нравится больше. Так, рандеву, кстати, есть оплата долями, то есть можно купить какой-то аромат не сразу, а заплатить частями, это тоже хорошо и классно, но я пока не пользовалась таким, я пока все сразу. Так, и у них доставка бесплатная, естественно, у кого-то от 5000, у кого-то от 3500, смотрите по регионам. Еще у них есть телеграм-канал, на котором, кстати, разыгрываются часто всякие косметика часто разыгрывается. Так что участвуйте. Я не участвую, я говорю, все смотрю, думаю, надо бы поучаствовать. Я не знаю, что за розыгрыш, но мне интересно. Так, к сожалению, у них, кстати, будет игра «Восьмое чувство», кстати, скоро будет. Вот буквально перед отъездом они мне написали, предложили поучаствовать, но так как они просто бы не успели мне прислать вот эти вот аромабокс, да, вот это для игры,
Ну, куда уже, прям перед самым отъездом, ну, никак не успели бы. Поэтому, увы, я пролетаю, как фанера над Парижем, я так понимаю. Вот. Ну, если я не вернусь раньше только, да, в Россию, и они успеют мне прислать, я просто не знаю, когда у них игра, но я вот вас предупреждаю, что когда-то скоро она будет, так что я буду тоже ее смотреть, будет интересно. Я думаю, что там они ароматы сделают, наверное, вот результаты как-то сразу, чтобы можно было понимать, что описывают блогеры. Потому что я, когда играла, я потом еще смотрела, там такие довольно сложные ароматы, которые у тебя должны быть в коллекции, иначе ты просто не поймешь. Потому что потестировать это одно, а носить на себе это другое, и тогда ты узнаешь. И то можешь не узнать, потому что с блоттера это одно, на тело наносить за короткий период много ароматов, они смешиваются в одну кучу, ты сидишь уже и не очень понимаешь, что где, да, где что пахнет. Это как в магазине. Сюда нанес одно, сюда другое, и ты вообще запутался, да. Поэтому хорошо, когда вот в рандеву есть вот эти аромабоксы, можно их разносить, вот эти все, вот от Левантики, хорошенечко. Вот у меня, кстати, второй уже от Art Collection, вот этот Love for Her, он такой мягкий белый мускус, мне так нравится. Но я боюсь, что я буду людей душить, да, ну как-то вот, не знаю, у меня еще вот есть от Левантики, я разношу, потом решу. Но я думаю, что, наверное, я реально его себе закажу, мне очень нравится. Знаете, очень красивые еще розы с ваниль, вот мансеровские сейчас прям, сказка. Ну, только, девчонки, не переборщить, да, немножечко подушились и все. Иначе, если много будет, умрет все живое. Любой парфюмерии нужно научиться пользоваться. Какой-то много, какой-то немножко, да, чтобы она, ну, просто, ну, как скажем, не душила окружающих, да, и тогда все окей, тогда можно хоть там тяжелыми удами, но только вот по чуть-чуть, тот же Кирке, да, вот. Ну, в общем, кстати, на Шанель тоже оставлю ссылочку, я надеюсь, что у них продается, но я не знаю, вам надо сейчас или нет. Вот я вот то, что привезла, открытое, да, показываю, и вот теперь моя прелесть, мой Монгерлен, Интенсик, моя сказочка тоже будет со мной, да, вот сейчас в открытом виде я хочу его нанести на себя, сегодня вечером куда-нибудь пойти, погулять, не знаю, куда-нибудь в ресторанчик и все такое. Так вот, вот Монгерлен прям вообще, слушайте, сижу в облаке аромата просто, вот реально, теплое вино, горячее, знаете, мне вот эту напоминает бокал, с красным вот этим вином, да, вот, и вот эти вот еще корицы, палочки корицы, они вставлены туда в вино, да, вот прям вот, вот такой вот, очень красивый. Так, девчонки, с рандеву все. Если вы что-то заказали на рандеву, напишите мне, что заказывали последний раз, если хотите заказать тоже, пожалуйста, мне. Подписывайтесь в телеграм-канал, ссылка в описании на мой телеграм-канал. Там мы тоже обсуждаем, что мы покупаем, ароматы, какие хотим, какие покупаем, парфюмерию, косметику, одежду, сумки, все на свете. Вот. И, кстати, уходовые средства, да, тоже в том числе. Так что вот мой красавчик, я уже открыла. Я думаю, на следующей недельке мы откроем новый аромат. Я подумаю, какой. В общем, поэтому смотрите со мной ролики, да, и всегда будет какая-то, это так, это, знаете, чтобы не сразу все открыть, а вот по чуть-чуть, да, чтобы было такое. Вот, и я сама также буду в ожидании. Так, ну что, теперь я вам покажу то, что я взяла с собой из косметики. Не из косметики, из уходовой, да, меня спрашивают, что ты взяла с собой из ухода. И что я здесь купила. Так, вот смотрите, взяла я с собой, это Yves Rocher бутылки. Они, кстати, были, как... Вот такие шампуни продаются в Фраше, да, вот шампунь, вот у меня один, да, какой-то концентрат, а вот здесь тоже был шампунь, но когда он кончился, я взяла, добавила свой бальзам Hia Company, который я заказываю на Озоне, на Wildberries и все такое. Но он у меня уже подходит к концу, видите, полбутылки нету, так что мне предстоит здесь что-нибудь приобрести. Вот, вот такие, кстати, бутылочки небольшие продаются в Меркадоне. Вот Рудольф себе купил, тоже тревела. Я потом хочу купить, кстати, тоже. Вот в России я не видела нигде, девчонки, какие-то вот такие, ну, вот маленькие баночки есть, но где-то вот по 100 мл мне всегда шампунь, бальзам. И шампунь я использую в виде геля для душа тоже, да. Я им на мочалку и вперед, и моюсь. Так, значит, здесь я купила Тимотей вот такой вот шампунь. Вряд ли вы купите такой, да, в России, но все равно это обычный Тимотей. Он просто шампунь, и он с алоэ. Vegetal, ну какой-то вегетарианский. В общем, девчонки, вот такой. Мне нравится. Приятный, хороший, смывает хорошо. Чистит хорошо волосы, пенится средний. Кстати, до этого я вот в прошлый раз, когда мы приезжали, я покупала такой мутный такой желтый. Он оказался с кондиционером 2 в 1. Вот тогда у него волосы были мягенькие. Но с кондиционером одновременно не хочу. Истратила уже много, потому что волосы осветляла.
смывала краску, да, и поэтому много истратила, потому что много тратится краски, чтобы все это промыть. Вот, в общем, так, потом, что я брала из уходовых средств для лица? Вот такой крем, это не он крем, вот это, видите, вот у меня маленькая баночка от Estée Lauder, Dayvir, это прям вот тревел-версия. Он давно уже закончился, этот Estée Lauder, и я просто... Вот туда налила тоже Фраше, крем, который уже не продается. Помните, мой Elixir Genius, ну вот у меня уже что-то много потрачено, так что я тут, наверное, что-нибудь приобрету для лица, а может не приобрету, потому что у меня есть еще один прекрасный, один крем, который я очень сильно люблю использовать и на лицо, на тело, в общем, на все части тела, на руки, на ноги, на все. Так, а значит, какой я купила здесь кондиционер, это все показывала в покупках, но все равно покажу. О, не кондиционер, это у меня гель для душа. Он такой недорогой, что-то около 2 евро стоил. Natural Honey. То есть я люблю медовые какие-то, да, вот плюс кокосик. Вот такие вот ручки, удобно пальцами, знаете, взял бутылку, не скользит, когда ты еще мокрый, да, вообще очень такая фиксация хорошая бутылки. Тут у меня какой-то большой объем, 600 мл, так что, в общем, прикольный. Кто пахнет приятно, мылится хорошо, все мне нравится. А большую бутыль сразу взяла, потому что ничего брать маленькую. Вот. Единственное, что, девчонки, так как волосы я сейчас дожигаю окончательно, я понимаю, что у меня уже на голове ничего не останется, да, вообще, вот как вы видите. Так, платье, если что, на мне с Бифри. Сережки у меня Валберис, это серебро. Это все у меня Sunlight, да, украшения на руках, и здесь AliExpress, вот колечко одно, да, это Xiaomi Band, просто всегда спрашивают, что у меня, а на губах у меня что-то такое оранжевое, не помню что, Clarins, Catrice, блин, я не помню, девчонки, ну вот это вот золотая, серебряная туба, ну, в принципе, какая разница, все, тени у меня из Saint Laurent, вот. Брови у меня карандашом накрашены. Косметику покажу, какую привезла. Я каждый день подкрашиваюсь. Тушью не пользовалась. Я делала перед отъездом вот это вот ламинирование ресничек себе, завивку делала. Кстати, здесь это тоже делают. Здесь это стоит 20, по-моему, 5 евро или 20 евро, что-то такое. Вот. Но я с собой взяла составы. Если что, я через какое-то время сделаю снова, потому что здесь очень сильно выгорает на солнце вот эти реснички. Состав и красочку, чтобы подкрасить. Да, вот это. Но здесь, кстати, все продается. Я нашла уже второй магазин. Сегодня, правда, была сиеста, девочки, блин, как запомнить-то про эту сиесту. Короче, купила краски осветляющие, да, сначала, причем ездила в торговый центр, подсказала мне знакомая, где могут продаваться краски в салоне, там, естественно, наценка очень высокая, дороговастенькая, да, краски покупала, и плюс у них не было смывки, мне пришлось смывать, знаете как, блондаран, то есть это порошок, оксид 3% и шампунь, и вот это все, вот почему шампунь так потратился, да, как типа смывки, несколько раз проходишь, и вот это все, беда-беда. Потом я хотела еще осветлить, купила краску, она какая-то эко оказалась, какая-то эко-эко прямо. Знаете, ничего хуже, чем эко, потому что она безаммиачная, а при этом нужно брать оксид на 6%. Я взяла на 3%, она мне даже ничего не осветлила. А я ее держала, только вот я чувствую, волосы сухие совсем стали, сейчас вот крошатся. Думаю, ну все, пипец. Вот, вот именно не вываливаются, да, как после ковида, да, а крошатся. Вот, и, в общем-то, и после этого я еще взяла тонирующую краску, которую мне посоветовал парикмахер же в салоне, говорит, купите вот эту. Я ее нанесла как тон, и она мне начала синьку давать. Я тут же смыла, думаю, боже мой. То есть, ну, поэтому у меня еще процесс такой, середина наполовину, что надо купить. Я еще нашла магазин вот сегодня другой. Значит, подъехала к ней, а там ля сиеста, да, с 2 до 5. Так что, или я правильно произвожу, ля сиеста, или как там. Ну, короче, тихий час у них. Всегда днем все закрыто, так что... как-нибудь потом куплю и буду дальше продолжать красить. Здесь мне все равно, как хотите, честно. Здесь так солнышко, ветерочек, так колышет эти вот 3 волосинки, что мне так хорошо, а лучше некуда. Так что цвет волос вообще никого не волнует здесь. Так вот, какие уходовые средства? Я думаю, что мне нужно как-то будет их восстанавливать, питать и все остальное, да. И я думаю, что потом я на рандеву себе позаказываю. Рандеву же это тоже магазин такой косметики. Когда я приеду в Россию, я там себе назаказываю много всего. А пока у меня с собой, я вам покажу, вот эти бутылочки, вот это малюсенькие, вот эти тревела, да. Вот здесь, по-моему, у меня что-то, Hea Company тоже, да, вот этот спрей после шампунчика, вот побрызгать, все такое. В общем, что-то непонятное. Я хочу вот на сайте поизучать что-нибудь. Если вы знаете что-нибудь на рандеву, подскажите мне какую-нибудь линейку. Кстати, вот Олин продается на сайте. Там фруктовые кислоты, спрей есть на рандеву. Я хочу заказать. Просто сейчас я не могу заказать, но я в следующий раз и закажу. Как вот приеду в Россию, я сразу себе заказ сделаю. Именно уходовой косметики для волос побольше, да, чтобы волосы не восстановишь, но можно их заполнить.
В общем, можно заполнить волосы силиконами, какими-нибудь кератинами, так, чтобы они чуть-чуть утяжелились. В общем, можно заполнить волосы всякими... Ой, ветер подул все посильнее, хотя он теплый очень, но да, он все сильнее и сильнее. Давайте уже закругляться. Значит, можно заполнить волосы кератинами, можно заполнить волосы всякими силиконами, чтобы они были, ну как, вот эти поры, да, вот они не пористые были, а гладкие, скользкие, да, такие вот. Поэтому, в общем, надо мне какие-то уходы профессиональные подобрать и очень-очень тогда маски. В общем, все в кучу. В общем, мы с вами закажем потом. Пока у меня вот это масло Angel Professional, вот это вот моя кусочек мой, вот который здесь. Но мне вот, я думаю, что, наверное, на всю поездку его хватит. А если чего-то не хватит, я, конечно, вам поснимаю. А так я, наверное, в магазине профессиональной косметики пока куплю какой-нибудь бальзам, наверное. И потому что мой бальзам, он кончится, да. И какой-нибудь шампунь. А может нет, а может я зажмусь, я не знаю. Вот, какие-нибудь вот такие, либо масочку какую-то питательную пока, да, вот здесь вот. Потому что все это я не утащу в чемодане. Вот, и поэтому, это про коврик, как писали, да, возьмите с собой коврик. Конечно, хорошо, но коврик весит пол чемодана, да. А багаж стоит почти там 50 евро, да, ну, может быть и дороже, то есть смотря каким рейсом вы летите, там 45, 50, 60, то есть зачем ты купил коврик за 20 евро, заплатил пол чемодана 30 евро, например, условно, чтобы его увезти с собой, нет, это вообще не вариант. Вот, и коврик выйдет в 50 евро, проще здесь оставить. То же самое с банками, проще оставить здесь. Девчонки, покажу вам еще крем один, вот который вот как раз я люблю. Помните, я показывала, дома пользовалась и рассказывала, я покупала Олива крем, а в банке по-другому он выглядел, продавался в Пятерке у нас. И, кстати, не знаю, продается или нет, но в предыдущих версиях у меня просто нет той банки, потому что у меня дома две банки. Вот, но здесь я купила Меркадоне, есть такие кремы, и вот это я в Карифуре купила. Олива Софт, вот крем, ну, на все тело. Здесь он такой, видите, вот такой мягкий, легкий, но он потом загустевает, и можно только ноги мазать, 250 миллилитров. До этого я покупала в Меркадоне, но уже другой формат. Не купить здесь, не здесь. Ну, то есть здесь того старого формата не купить, а старый формат продавался у нас в Пятерке. У меня две баночки дома есть, так что, конечно, либо истрачу, либо оставлю здесь, вот это все возить не буду, потому что дома у меня еще есть. Летом, когда я приезжала, я здесь даже и не покупала, потому что, думаю, я все равно не увезу. Стоит он, по-моему, 2 евро, что ли, что-то в таком духе. Что-то как-то он дешево стоит, этот крем, или 3 евро. Нет, 2, по-моему, что-то я вру. Ну, недорогой совсем, или там за 3 евро 2 штуки. Девчонки, ладно, не помню, но, в общем, если поштучно брать, 2-2,5 максимум, наверное. В Карифуре, мне кажется, побольше банка, а в Меркадоне, мне кажется, поменьше баночка. Вот, и можно только, если купить кому-то там, ну, как сувенирчик привезти. Такой крем приятный на тело, я мажу тело, руки, ноги. Ноги сухие, вот как раз для сухих пяток в том числе очень хорошо подходит. Олива, да, это как оливковое масло, оно получается такое смягчает, ну, приятное. Ну, на волосы, конечно, такое не намажешь. Вот, ну, кроме Пятерочки я больше нигде не видела. Вот, а сейчас, видите, и новая упаковка уже, и я вообще его не знаю, где достать, где найти, поэтому что-нибудь смотрим, что-нибудь давайте поищем на рандеву, потому что я пользуюсь своим же промокодом, да, плюс 10%, и мне это классно. Кстати, вот там серия Олин, я смотрела уже в этом, покидала себе в корзинку, и в избранное на рандеву линейки Олин дешевле, чем на Валбересе, еще плюс, если промокод применяешь, да, как-то вот, ну, и получается довольно выгодно. Ну, подождать немножко придется, но если когда делаете заказ, например, большой, заказе парфюмерию, и вам не хватает бесплатной доставки, зайдите, посмотрите что-нибудь там, уход для волос, что-нибудь там, какую-то косметику, какую-то масочку для лица, кстати, зря я не взяла с собой. Маски у меня еще оставались, или увлажняющие, они прямо сюда в самый раз зашли. Я еще просто не понимаю, здесь какие магазины, где что есть, здесь все так далеко. Ну, естественно, так как мы приехали, мы продолжаем работать, днем у нас работа, мы только можем утром там куда-то быстренько съездить, или какой-то там, хотел сказать, перерыв, ну да, днем можно тоже там иногда вырваться. То есть мы толком еще и на море не плавали, не купались, ничего такого не было. Да какой толк, вообще не плавали и не загорали даже. Я даже в бассейне вот здесь вот мне ни разу не лежала. Ну, некогда, потому что вроде ты сидишь, работаешь, а потом уже вечер. Ну, а то вечером куда-то съездили, посидели, хотя бы куда-то погуляли почти в темноте, уже там, ну, магазины продуктовые сходили, уже вроде никак бы ни до чего. Получается, что
Я даже по таким, по магазинам не хожу, ничего не смотрю. И поэтому я тупо сижу на сайте. Так, Wildberries, Озон, я не могу здесь посмотреть без VPN, тоже у меня это все не работает. А сайт Rendezvous у меня прекрасно работает. Так что вот. В общем, там подбираю себе новую подборочку. Так что, девчонки, на сегодня все. Опишите ароматы, какими пользуетесь еще сейчас. Хорошо? Ну, значит, косметику я им показала, это потому что меня просили, типа, покажу, что с собой привезла. Я показала, это уходовая косметика. Было немного, да, маленькие баночки чуть-чуть. В основном, конечно, все проще купить в отпуске, потому что, чтобы не тащить вот эти банки, они вес это деньги. Вот, и если только что-то очень ценное и любимое, да, ну, то как бы все упирается в вес. Вот, и поэтому, ну, я говорю, ну, ценное и любимое, я привезла парфюм сюда, мой любимый. Так, планирую ли я здесь какой-нибудь парфюм купить? Нет, наверное, нет, потому что я и так слишком много заказала, и оно и так все у меня такое. Если только, может, какой-то особенный, знаете, местный какой-то какой-нибудь, вот такой, я не знаю какой, но я тут местных особенных, в принципе, нет, видела, девчонки, не видела, видела. Какая-то линейка чисто испанская, какая-то недорогая, но мне показалось, они сильно нестойкие, поэтому я еще подумаю. Я еще вот летом тестировала один аромат, там такой флакон большой один мне понравился. Но мне показалось, он настолько нестойкий, что прям караул. Даже вот учитывая, что здесь солнце, жарко, и здесь ароматы все довольно душистые, долго держатся. Не знаю, может какой-то типа туалетной воды. Ну не туалетной воды, хотел сказать, дезодорант в туалет. Не знаю, но не планирую, потому что я и так потратилась на рандеву, и у меня с собой сейчас будет куча-куча парфюмерии, естественно, надо ее будет тратить. Так что, в общем, все вам покажу. И там же у меня, кстати, вот, в этой же парфюмерии, я еще и так как я с собой все вот так покидала, это было вот последний день, вот как раз мы уезжали, и мне пришло оповещение, что у меня посылка ждет на почте. Заехали, забрали, эту коробку долой, все засунула, затолкала, и все, и поехала. И там у меня были подарочные ароматы, так что мы все с вами посмотрим на Новый год, да, кстати, вот. Подарочные ароматы, я притащила их с собой сюда. Но мне некогда было возвращаться там куда-то, разбирать эти коробки, ящики, все такое. Так что вот, все, девочки. Девочки мои, давайте делитесь со мной, какими парфюмерией вы пользуетесь сейчас, какая у вас погода. И, в общем-то, я буду наслаждаться вот днем, вот у меня тендер, да, а вечером мой вот этот Mon Guerlain Intense. Ну и каждую неделю буду добавлять еще вам по ароматику, чем я еще там буду пользоваться, да. Вот, что я еще. Просто вот сейчас мне захотелось открыть, я поэтому решила видео снять. Все, я вас целую, желаю вам отличного настроения, прекрасной погоды. Но, правда, погода у нас не сильно прекрасная, да. Так, значит, чтобы волосы у вас росли, и у меня, ну, короче, тяжелый случай. Ну, не обращайте внимания, думаю, знаете, хуже, чем лысая, я не буду, да. Пока еще есть куда стричь, пока еще есть куда облизать, поэтому ничего страшного. Вот, буду продолжать краситься, осветлюсь все-таки. Да, что-то мне темные волосы в коротком варианте не зашли, а наращивать я не хочу, потому что наращивание, ну, так как волосы у меня, вот сейчас у меня ежик, кстати, начинает расти, я хочу как-то восстановить волосы, не хочу наращивать, да, лишняя нагрузка мне никак. Вот слышите, извиняюсь, Рудольф работает, еще закрылась от него. Так что я вас целую, встретимся, надеюсь, завтра, ну, или послезавтра, и всего вам самого лучшего. В комментариях пишите мне, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Целуем, пока-пока.